Всем привет, сегодня будем смотреть баг, который нашел в игре Grand Pine Granny House Escape. Оказывается, можно вылезти на АЗС. Давайте стартовать. Начнем с режима призрак. Нам для этого понадобится почти что пройти игру. Мы с вами должны добраться аж до самой крыши АЗС. Для начала. Ух ты, дверь открыта. Ах ты, закрыли. Как так-то? Что за глюки в игре? Все, спокойненько, ищем сейчас. Все предметы, топор нашли. Будет ли здесь лом? Не оказался. Ну-ка, здесь вообще лом бывает? У меня ни разу не был. Попробуем сначала на призраке вылезти. Нам с вами нужно попасть сначала на крышу самой автозаправки. Вот и ломяра, ура. Красный ключ пригодится. И мы при этом еще и пройдем игру автоматически. Смотрите, можно даже не вставать. Гаечный, вот где. Бабка, привет. Кстати, а с тобой надо сделать какую-нибудь приюшку. У нас постоянно все приюшки с дедом. Тут есть планка. Наша задача просто выбраться на крышу АЗС. Сейчас за планкой. Данный баг я нашел при прохождении на экстриме. Уже заранее спойлерю. Это очень сложно. Но на экстриме я буду проходить без использования данного бага, потому что я его там лишь только нашел. Так, смотрите, мы с вами откроем люк. А здесь вот как все просто. Мы заходим сюда, помните, как я брал синий ключ и так далее. Шагаем маленько в пропасть. Вот так мы шагнули. Ладно, применим. Ладно, хоть это призрак. На самом сложном режиме проходится нереально долго. Опять на ЗС. Прыгаем. Все, видите, где мы оказались? Теперь идем в самый левый край. К коробочке. Встаем. Закрываем себя, идем назад. Все, мы на ЗС. И нам еще здесь говорят, что нужны деньги. Давайте здесь и погуляем. Кстати, неплохая превьюшка. Здесь закрыто у нас аж с той стороны. Специальный замок накинут на две ручки. Дед. Он меня не замечает. А что будет, если мы потом зайдем на сложность? Так, это у нас заправка. Вот, кстати, я же такую превьюшку не мог сделать, в принципе. Но плохо, что здесь никого нет. Дед бы ко мне вышел. Потому что он, оказывается, выходить-то умеет. Звездное небо, это жесть. Так, меня там уже начало мотать. Мы с вами прогуляемся по всей карте полностью. И насколько она вообще длинная? Мы сегодня с вами смотрим новый баг в игре Grand Pine Granny House Escape. Каким же образом можно выбираться на АЗС? Так, а здесь можно, похоже, идти за пределами карты. Смотрите, мы не падаем пока что. Там просто звездное небо под нами, и это страх. Так, елка плотная или нет? Как проверить? У меня, видите, я назад иду, когда иду вперед. Дерево на воздухе стоит, оказывается. Куда нас пустите дальше? Что? Мы ходим за пределами карты без дополнений. Ну-ка, сюда же явно пустят. Пустили. Что? Это мы где? За дверью вообще. Сейчас также проверим, что будет, если мы подойдем к двери. Пройдем ли мы игру без зеленого ключа? Да действительно, можем вообще везде гулять. Вот такая превьюшка будет очень похожа на финальную сцену из игры. Чтобы это казалось чем-то необычным, я сделаю вот такую превьюшку какую-нибудь. Вот к нам бы еще дед вышел. Кстати, неплохие кадры. И он же еще умеет выходить за пределы этой АЗС. Все, побежали к зеленой двери. Что будет, если мы к ней подойдем? Ах ты, прохождение игры. Смотрите, я типа иду. Вот такого точно не было. Стою, хожу. А вот это уже необычно. Смотрите, от бабки пытаюсь смотаться.
И дед ходит там. Так, я от тебя бегаю. На главную. И сейчас сами стартанем на легком режиме, чтобы я хоть от них смотался. Бонус чапта. Посмотрим, сможет ли дед выйти за пределы АЗС, если меня увидит. Так, есть ли вообще резон сматываться отсюда? В принципе, да, не, смотрите, какие медленные. А, ну стоя дверь, могу не успеть открыть. Все, убегаем. Ах ты, надо было сразу в страйку идти, ладно. Берем тогда доску, смотрите, у меня в левом верхнем углу изображен цыпленок. То есть я как будто бы новичок. Ее бросаем, я надеюсь, не сильно нашумлю. Лома нет. Меня никто не заметил, странно. Бабки нет. А вот теперь она есть. Сейчас также будем добывать лом. Нам нужно пробраться в пультовую. Лом нашли. Ура, ух ты, она за нами идет. Гаечный здесь. Мы с вами берем красный. С виду не опасный ключ. Вот та самая зеленая дверь. Кстати, а что если нам вообще зеленую дверь открыть? Это-то вообще чудо будет. Но я выбрал не очень подходящий режим сложности. Бабка, привет. Сейчас смотрите, что будет. Она просто дверь открывает. И мы с вами бежим открывать сарайку. Но они разве что здесь очень медленные, и это хорошо. Поднимаемся. Да и у нас жизни много. Да, главное отличие от экстрима, что у нас жизни навалом. Красный взят. Скоро попадем на АЗС. Ну давайте сразу подготовимся. Вообще все сделаем. Даже зеленый возьмем. Откроем сначала дверь. Ключик есть. Бабка, бабка, бабка. Ах ты, ну что такое-то? Я спалился. Заходим. Но эта лестница, конечно, коварная. И особенно вот эта площадочка. Вы заметите в одном из следующих видео, как я буду проходить игру на экстриме. И как это будет нелегко. Открыли, да? Да хотя нам нечего бояться-то. Давайте тогда и дверь откроем сразу. Чтоб потом не открывать. Сейчас только скинем панели и сразу побежим. И побежали. Дед, ты медленный. Зеленый ключ пока я не взял. Бабки нет. Так, ура. Ну ладно, побежали снова на сарайку. Чтобы нам легче взять зеленый ключ. Молодец. Она пошла в нужное место. Зеленый берется отсюда, ура. Давайте вставать. Накрываем себя и отходим назад. Пока что не на АЗС идем. Откроем со стороны. Надо просто убедиться, что бабка не там. Видите, она куда пошла? Сейчас вернется, мы дверь откроем и попадем на АЗС. Да, пока у нас время есть, лучше люк открыть. Все равно будем под него прыгать. Ух ты, так она сразу разворачивается, вау. На. А за мной не пойдет даже, что ли? Иди ко мне. Я убегаю. Ты же медленная. Все, ура. Сейчас только наша задача попасть на сарайку. Планка снизу черная. Есть, получилось. Мы даже ни разу сегодня еще не попались. Теперь смотрите, как все это делается. Садимся.
подходим к коробке, встаем, себя накрываем и идем уже на АЗС. Все, мы на заправке. Дед меня пока не видел. Ух ты. Я в колонку врезался. Смотрите, дверь открыта. Так, у нас дерево прозрачное? Нет, оказывается. Дверь открыта. Но насколько далеко можно заходить? Что, подождите. А если я бабку сюда позову? Сначала давайте звать деда. Это какие-то чудеса. Вот что дает вам данный баг. Заметь меня, заметь меня, заметь меня. Подождите, вот же я. Он не замечает. Но есть вероятность, что бабка выйдет сюда. Так, а я вообще на карту могу вернуться или нет? А, нет, я все-таки могу в дерево войти. Смотрите, это какая-то зона, которая нам засчитает сейчас прохождение игры. Так, давайте тогда с другой стороны. Мы же как-то можем бабку заманить? Во, тема. Вот сейчас бы так подождать. И она, к примеру, за мной сюда пойдет. Да куда, интересно, заходит бабка? Она вообще бывает, что просто сюда заходит до конца? Если да, то мы могли бы провести экскурсию по ее же автозаправке. Но дед ведь может сюда как-то пройти, если меня заметит. Ну вот же я, ты что, слепой? Прикол, если меня поймает. Кстати, я же могу попасть-то как-то. Давайте смотреть, есть ли способ пройти. Нужны деньги, представляете себе? Такой прикол. Мы просто за пределами карты можем играть. Потому что с нами игра взаимодействует, нам даже что-то говорят. Сейчас посмотрим, можно ли залезть обратно на карту. Или попасться. Надо, чтобы нас кто-то заметил. Ёкарный Уэйсон, как? Это как? Кто объяснит? Как она меня заметила? Это жесть, вау. Вот кадры. Ну это, конечно, вообще супер кадры. Таких не могло быть кадров. Мы уже бабку выгнали. Она каким-то чудом меня заметила. Ладно, хоть я пошел вокруг. Давайте будем у машины. Сымитируем, что мы здесь стоим, заправляемся. Вот бабка. И там дед поглядывает. Хочет, кстати, к нам выйти. Так, она может в машину зайти? А мы сами на машину можем залезть? Она меня потеряла из виду. И куда пойдет? Ничего себе. Так, но я еще приюшку не сделал нормальную. И заметьте, я могу попасться. И что это нам, интересно, даст? Мы сами опять-таки бабку никак не заманим. Так, а если я ее просто с карты уроню? Так, попадаться не хочется. Побежали, тогда вообще за пределы карты ее загоним. Она таки вышла. Так, сейчас обернемся где-нибудь здесь. Иди ко мне, можешь свалиться. Это у нас бонусная игра в бонусной игре. Прикол. Кстати, ее на черном фоне вырезать легко. Или на зеленом. Смотрите, приколюха. Ой-ой-ой. Ну где ты идешь-то? Ты почему так сама-то рискуешь? Спокойненько идет за мной. Вообще не боясь, смотрите, ничего. Меня здесь может заметить дед. Не пошла. Так, так, так. Ну-ка, она меня слышит. Ёкарный башен. Тогда максимально близко подпускаем и потом будем шагать за угол. Максимально близко. Не идет, все. Здесь не ее зона. Ёкарный башен. Слышите шелест? Давайте на этом видео закончим. Мы сегодня с вами посмотрели новый баг в Grand Pine Greenhouse Escape, что главный персонаж может перемещаться на автозаправку. Оцените видео лайками, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.